Здравствуйте. Если у вас по какой-то причине появились вот такие значки, а не эскизы изображений, то вам сюда. И смотрим, как исправить эту ошибку в Windows 10. Запускаем любой проводник, нажимаем на значок «Файл», «Изменить параметры папок и поиска», или будет написано просто слово «Параметры». Нажимаем. Здесь нажимаем «Вид», и в разделе «Файлы и папки» снимаем флажок с пункта «Всегда отображать значки, а не эскизы». «Применить», «Окей». И видим, что изображение значков изменилось на эскизы. Если это не помогло, то применяем следующий вариант. Правой клавишей мыши нажимаем по иконке «Мой компьютер», «Свойства», переходим вправо и нажимаем «Дополнительные параметры системы», и во вкладке «Дополнительно» в графе «Быстродействие» нажимаем «Параметры». Выделяем особые эффекты и здесь смотрим, чтобы стояла галочка, где написано «Вывод эскизов вместо значков». Можно нажать «Восстановить значение по умолчанию». Это то же самое будет. Восстановятся все значения по умолчанию. Применить «ОК». Если и это не помогло, то переходим к следующему варианту. Запускаем команду «Выполнить» или нажимаем клавишу Win плюс R и в окошко вводим следующую команду «Clean MGR». ОК. Все необходимые команды будут даны в описании под видео. Здесь выбираем диск C. Окей. Произойдет очистка изображения на диске C. То не спешим выполнять эту очистку эскизов. Открылась утилита очистки диска. Здесь находим пункт «Эскизы» и ставим галочку, если она отсутствует. И жмем «Окей». Если это не помогло, то применяем следующий способ через редактор реестра. Правой клавишей мыши нажимаем по кнопке «Пуск», «Найти» и прописываем «Редактор реестра». Появилось это окошко и нажимаем на него. Английский язык должен быть открытый. И в консоли проставляем флеш. Копируем ссылку под номером 1 и вставляем сюда. Жмем Enter. В этом разделе реестра сравниваем параметр под номером 2, чтобы значение это было пустым. Здесь ничего не должно стоять. А параметр под номером 3, чтобы значение его было равно нулю. Если значение стоит другое, то дважды кликаем по нему и здесь прописываем значение 0 и нажимаем ОК. В этом разделе все. В этой консоли удаляем первый раздел реестра до флеш, копируем ссылку под номером 4 и вставляем сюда и жмем Enter. Здесь также сравним те же значения параметров, как и в предыдущем. Делаем перезагрузку компьютера и смотрим, стало ли все на свои места. И последний вариант. Если предыдущие не помогли, то делаем откат системы на заднее число. Так сказать, восстановление системы, при котором исправно работал компьютер. Ну вот и все, что мне было известно на эту тему. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.